Всем привет, мои дорогие! Сегодня я хотела с вами вместе открыть мой парфюм, который я хотела уже очень давно. И это Нюва Рожа Дав. Этот парфюм я, знаете, как-то с ним познакомилась внезапно. Я ходила по магазинам и нашла глазами вот этот красивый флакончик. Они все такие красивые, да, у Рожа Дав. Я решила, думаю, да, если я попробую его потестить, да, что это за парфюм. И вы знаете, я на него нанесла на себя, и мне он так понравился. Смотрите, вот выходит наша с вами красота. Рожа Парфюмс Нюва, да? Ну что, красавец. Вы знаете, у него, кстати, даже вот здесь наклеечка есть на вот этой золотой его, не знаю, как, золотая... Даже вот этот золотой щит какой-то, или я не знаю, как его назвать, дощечка такая, да, золотая. И вот на ней еще также еще есть наклеечка, так интересно. Как практически, как сумки Hermes, да? Так, Fragrance by Rose Dove. Интересно. Так, смотрите, этот парфюм о розе. Это такой, вы знаете, вот чем он меня привлек? Вот такая нежнейшая... Какая-то воздушно-зефирно-клубничная даже роза. Так, и вот смотрите, так интересно, у него распылитель повернут именно назад. Вот не вперед, а назад. Посмотрите, красивый такой колпачок с кристаллами, да? Красненький, красивый-красивый. Так, и мы сейчас с вами, я его сейчас сразу нанесу на себя и пообсуждаем. Ну что, мои дорогие, что я могу сказать? Это просто красота. Знаете, эта красота просто неописуемая, мои дорогие. Он настолько мне нравится, настолько приятен. Он сладкий, да? Вот в нем есть сладость. Смотрите, сколько я сделала на себя распылений. Какая-то, вы знаете, такая десертная роза здесь. Десертная, легкая, приятная. Но в то же время, вы знаете, какая-то дышащая. Вот ощущение, что она дышит, эта роза. Так. Поставим его сюда, в свой флакончик. Рожа Парфюмс Нюва. Класс. Мне он очень... приятен, мне он очень нравится. Надеюсь, что у меня будет радовать. Вот так вот. А на сегодня все, мои дорогие. Желаю вам всего самого хорошего и до скорых встреч.